Это салон Капелли. Капелли переводится с итальянского «волосы». По крайней мере, мне так сказала моя парикмахерша. А это я, постриженный и красивый. Потому что сегодня у нашей компании новогодний корпоратив. Сегодня 6 декабря новогодний корпоратив, на который, скорее всего, я не поеду. Потому что наши дети болеют. Но стрижку я не отменял. Но если я и поеду, то буквально на полчаса повидать всех, поздороваться, послушать речь директора и поехать обратно. Проводиться это все будет так же самое, как и в предыдущий год и в позапрошлый год. В грузинском ресторане Мимино, в избранце. Так что так, пока домой. Был неплох, я посидел часок, кстати, Болливуд, Индиан, нет, следующий, значит, Саншайн, вот. Не Болливуд, а Саншайн, тоже, то ли украинский, то ли какой магазинчик, то, что надо из отечественных товаров там есть. Все, я посидел часок, выпил бокал вина, поел, пообщался. Еду к своим. Вуаля.